Прошедшая пресс-конференция, посвященная проведению в Казани фестиваля «Российская студенческая весна», еще раз подтвердила факт, что в столице Татарстана проходит огромная работа к самому масштабному студенческому мероприятию. Напомним, что фестиваль пройдет в Казани с 15 по 20 мая, а его участниками станут 3000 студентов из всех уголков страны. Кстати, «Российская студенческая весна» возвращается в Казань уже третий раз, и приложены все силы, чтобы оставить гостям города наилучшее впечатление не только от фестиваля, но и от студенческого жизни города. Да, Казань – студенческий город. У нас более 130 тысяч студентов, 33 высших учебных заведения. И, безусловно, это очень важное событие для нашего города, для студенчества. Это большая честь, но и в то же время большая ответственность для всех соответствующих служб, исполнительного комитета. Но мы с вами знаем, что у нас есть опыт проведения крупных и международных, и российских мероприятий. Что касается организации, журналистам открыли планы на предстоящие мероприятия. А именно, пройдут традиционные конкурсные направления, заработают творческие площадки на базе КСК КФУ «Уникс», Поволжской академии спорта и туризма и театров города. Не обойдется и без нововведений. В этом году «Российскую студенческую весну» откроет студенческое шествие от Казанского Кремля до главного здания Казанского университета. Самым оригинальным и смелым предстоит предстать на суд жюри. Победителей определят журналисты и известные представители культуры и шоу-бизнеса страны. Интересными гостями и членами жюри мы ожидаем на этом фестивале. Это Дину Гарипову, заслуженный артист Республики Татарстан, наверное, всем вам знакомую. Никита Высоцкий, российский актер. Егор Дружинин, Яна Чурикова, телеведущая. Значит, Алена Хмельницкая, Николай Скорик. Это ряд известных российских режиссеров и актеров. Особый интерес среди представителей СМИ вызвали призы. И большим вопросом стала успеваемость участников в преддверии сессии. Однако, как было отмечено, талантливый человек талантлив во всем. И студенческий фестиваль – наглядное тому подтверждение. Ну а победителей ожидает премия президента Татарстана. Безусловно, студенческая весна – это творческий рост. И Казань полностью готова к определению лучших. И насладиться самым важным студенческим фестивалем, который объединяет всю молодежь России. Аделя Мухаметшина, Ленардо Влетьяров, Универньюз. We'll be right back.